что мы видим по официальным заявлениям его начальника его избирательного штаба и лидера Народно-патриотического фронта Геннадия Зюганова. Мы видим, что они одобряют внешнюю политику Путина, считают ее успешной. Они одобряют такие знаковые его международные, в кавычках, инициативы, как наколеночный Минский мир или Минский сговор, как это можно говорить. И вообще не стесняются заявлять о том, что на самом деле Путин-то хороший. Это вот правительство у него плохое, окружение и все остальное прочее. Но возникает логичный вопрос. Но если Путин хороший, а плохой только правительство, то зачем тогда Грудинин баллотируется в президенты? Ну, боролся бы против правительства, там, вступил бы еще раз в Единую Россию повторно. Слава богу, он в ней состоял больше 10 лет. Он в ней состоял больше 10 лет. Он в ней состоял больше 10 лет. Больше 10 лет. Больше 10 лет. И боролся бы за пост министра, чтобы исправить данную ситуацию. Если Путин такой хороший.